После этого Иисус пришел в Иерусалим на иудейский праздник. У овечьих ворот в Иерусалиме есть купальня с 5 крытыми галереями. По-еврейски она называлась Вифезда. Великое множество больных лежало вокруг. Слепые, хромые, паралитики. Там находился человек, который был болен 38 лет. Иисус увидел, как он лежит там, и он знал, что тот болен уже давно. Ты хочешь быть здоров? Господин, меня некому опустить в купальню, когда возмутится вода. Пока я пытаюсь дойти, меня всегда кто-то опережает. Поднимайся. Возьми свою постель и ходи. Человек тотчас же выздоровел. Он взял свою постель и пошел. Случилось же это в день субботний. Иудеи сказали исцеленному: сегодня суббота. Ты нарушаешь наш закон тем, что несешь свою постель. Тот, кто меня исцелил, велел мне взять постель и пойти. Кто тот человек, что тебе это велел? Но исцеленный не знал, кто такой Иисус, ибо там была толпа. Иисус скрылся в ней. Потом Иисус встретил его в храме. Ты выздоровел? Так не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Тогда человек пошел и сказал иудеям, что Иисус исцелил его. И они начали обвинять Иисуса, потому что он исцелил больного в субботу.